Соревнования по мини-футболу на Кубок городского округа стали давно зрелищным событием. И хотя сейчас поединки проходят при пустых трибунах, действуют ограничительные меры по коронавирусу, футболисты играют, выкладываясь на все 100. В первой игре приняли участие команды «Полет» из Щелково и футболисты из Гребнева. Никакая пандемия не может остановить спортивные страсти, разгорающиеся на паркете универсального спорткомплекса Подмосковья. Щелковская команда «Полет» сторожил мини-футбола и играет в различных турнирах на протяжении почти четверти века. Она в муниципалитете одна из лучших, в последних 4 сезонах серебряный призер. Отчасти поэтому гребневские футболисты перед выходом на паркет манежа испытывали психологическое давление. В итоге «Полет» выиграл у Гребнева с очень убедительным счетом 9-1. Был первый матч, команды давно не играли на мини-площадке, втягивались. Я думал, будет упорная борьба, но получилось, что без борьбы игра, да. Команды не досчитали своих игроков, что мы, что Гребнева. Я думаю, за счет того, что мы больше владели мячом, была хорошая реализация соперника, немножко поддавливали на его площадке, победили за счет этого. Состязания по мини-футболу первого тура этого сезона на Кубок городского округа будут проходить в универсальном спорткомплексе Подмосковья в течение всего ноября. Андрей Цеханович, Валерий Жиглей, Щелковское телевидение.